Иное измерение русской культуры. Михаил Васильевич Ломоносов. Из Анакреона. Ночною темнотою покрылись небеса. Все люди для покою сомкнули уж глаза. Внезапно постучался у двери Купидон. Приятный перервался в начале самом сон. «Кто так стучится смело?» — с гневом я вскричал. «Согрей, обмерзло тело!» — сквозь дверь он отвечал. «Чего ты устрашился?» «Я мальчик, чуть дышу. Я ночью заблудился, обмок и весь дрожу». Тогда мне жалко стало. Я свечку засветил, немедливши немало к себе его пустил. Увидел, что крылами он машет за спиной, колчан набит стрелами, лук стянут тетивой. Жалея о несчастье, огонь я разложил и при таком ненастье к камину посадил. Я теплыми руками холодные руки мял, я крылья и с кудрями досуха выжимал. Он чуть лишь ободрился. «Каков-то, — молвил, — лук, в дожде чать повредился». И словом стрелил вдруг. Тут грудь мою пронзила приострая стрела и сильно уязвила, как злобная пчела. Он громко рассмеялся и тотчас заплясал. «Чего ты испугался?» — с насмешкой сказал. «Мой лук еще годится, и цел, и с тетивой. Ты будешь век крушиться отнынь, хозяин мой». . 1747 год. Опубликовано в книге «Сочинение Михаила Васильевича Ломоносова в стихах» под редакцией Арсения Ивановича Введенского. Санкт-Петербург. Издание «Маркса». 1893 год. Читал Евгений Бразов-Брушковский.